Так, девушка, у вас немного тут этот пальчик выгнут. Сейчас я вам вправлю его. Не больно? Не больно. Все, сейчас будем делать маникюр. Где? А вот делаю... Я читаю, что тут. Перчатки. Есть. Перчатки. Вам не нужны они. Перчатки нужны. Пилочка нужна? Пилочка нужна? Нужна. Сейчас. Мини надо. Это не пилочка. А что это? Это для педикюра такие штучки. А, ой. Не надо. Мне нужна. Мама, бери пилочки. Милания, мне маска. Надо мини-пилочку. Маска нужна? Милания, маска нужна? Тоже должна. Не надо. Нужна. Господи. Я попросила мини. Держите, мадам. Я попросила мини. Пилочку. Галя, мне нужна мини-пилочка. Давайте вам такую. Батик? Да. Это мне не нужно. Держи. Маска. Ну чё, начнём. Как мне мой муж говорит, будет не больно. Здравствуйте, девушка, надевайте очки. Я ничего в них не увижу. Мам, как ты там делаешь? Как бы она этим на ногти, а потом этим. Нормально. Пойдет. Пойдет. Апельсиновая палочка и так чистая. Должна быть. Клюнка. Женщина! Вы не специалист, а я специалист. Мама 100 лет тут работает. А ты тихо! У мамы на работе. Мама директор. А ты всего лишь рабочик. Рабочик. Ногтей. Девушка, она ноготь тут сломала. Ну все. Ну все, вам пипец, вы сдохнете. Поздравляю. Ты разговариваешь с клиентом? Женщина, не лезьте. А ты замажь. Женщина, что вы на меня тут пластилин лепите? А это что ли не пластилин? Заткнись. Ужас. Она еще ему и лакотила. Вообще, да? Да. Я устала, делайте сами. Давай. Чтобы было удобнее красить, нужно мизинчиком упираться в ноготочек клиента. Господи. Так? Господи. Нет. Вот этой рукой мизинчиком тебе нужен упор. И вот так вот красишь. Господи. Что? Господи! Боже! Бумажная салфетка для промокивания кисти. Где апельсиновая палочка? Мама, а ну-ка быстро иди. Иди, иди со мной, иди быстро. Что случилось? На. Он сам сюда залез. Ну, я знаю, он лежит там иногда. В смысле, вы розовый не хотели? Я хотела. Я работаю, как я хочу. Не нравится? Хорошо, до свидания. Сейчас, подождите, сейчас я вам стеру.
Только... У нее палец сломался. Господи. О, палец да сломался. Настюша, господи, Галя. Вы меня вымазали, с вас 1 миллион долларов. Кто вымазал? Один раз достаточно. Фу, мочу его не. Ну, конечно, потому что миллион раз. Оно баблгам воняет. Баблгам? Баблгам. А где? Баблгам. Реально. Как засохшая моча. Да? Ты часто нюхаешь ее? Не знаю. Это я вам вообще не могу. Мам. Чего вы без перчаток любит... работаете? Мам, покажи. Дай-ка. Кто любит такие конфеты, подпишитесь. А кто не любит, поставьте лайк под этим видео. Кто любит такие конфеты, подпишитесь. А кто не любит, поставьте лайк. Что она там? Крутит, мутит. Что вы делаете? А если не знаете, любите или нет такие конфеты, то подпишитесь, поставьте лайк. И напишите комментарий. И поставьте колокольчик. А что значит колокольчик? Я тоже не знаю. Да? Угу. Кстати, в Ростове тоже говорят... Поставьте лайк. Подпишитесь, поставьте лайк и колокольчик. Нажмите на колокольчик. Ну что вы там, мастер? Женщина, это еще как минимум полчаса. А ты не пилила ногти? Пилила уже. Давайте, а то я уже себе хочу делать. Ну не этой пилочкой, а той. У меня уже вон ногти страшные нужно делать. Девушка, вам маникюр не поможет. Серьезно? Все уже? Все потеряно? Все. А что поможет? Винишко. Винишко? Ужас какой, где ты такого набралась? От папы. А так папа у нас не пьет вино. Он пьет пиво. Да, он может выпить пиво, но вино не пьет. Я тоже не люблю вино. Потому что тебя разносит. Нет. И тебя приходится из озера доставать. Что ты несешь? Какого озера? Из кустов. Что? Из кустов. Ты хоть раз было такое? Что ты несешь? Тихо, это так. Как? Так сейчас реально подумают ваши подписчики, что я там, мать у вас алкашка какая-то. Это не так? А это так? Нет. Маня, ты еще маленькая для работы такой сложной. Она не сложная, изи. Наорал на клиента, заплатили денежки. Ну, прям таки. Слышишь, Настюша, что говорит она? Что у нее мама алкаш. Что меня из озера доставали пьяную где-то там. Прикинь, что она несет. Я педиатр. Я педиатр ногтей. А, да? А что делает педиатр? Блин, на улице солнышко, педиатр? Смотрите. Педиатр на улице педиатр вышло солнышко. Есть. Так, нет. Что ты собралась делать? Блин, как ты там? К пластилину нельзя. Милане. Дорогая. Как... Дорогая машинка. О, все. Да, блин. Ты слышишь меня? Да как, мама? Ты вот так вот. Оп. Не надо она тебе. Оп. Нет, не оп. Мам, не помогай ей, не говори ничего. Она сейчас мне ее разберет просто. Я фиксик. Фиксик, да фиксик. Фиксик не такой большой. Фиксик не такой. Да куда? Вот такой вот фиксик. Такой покажи какой. Или даже меньше. Вот такой, да. Как винтик, короче. Да, фиксик. Я разобралась, оно... А у вас хотите? Угу. Женщина. Так, не пораньте. Ты
Что делаешь? Нет. Так, надо сбавить скорость. Как пугает. До пластилина только фрезой не дотрагивайся, пожалуйста. Чё? Ну, забьется фреза. Выбросишь потом. И купишь новую маме. Да. Я хочу дырку сделать. Ногти. Это фрезой не сделаешь. Блин, рисуется. Ну что, может, можно я уже себе сделаю ногти? Просто. И чё это там? А какой, чё это? Можно дырку сделать. А она и вот этот лак. Она просто пластилин взяла. Я эту хочу. Кто вот такое это вот полировка. Авокадо делал? Всё. Женщина, отходите. Женщина. Это полировать не ноготь. Милаш, это не ноготь полировать. Форму? Нет. Кожу. Нет. Пластилин нельзя. Не бойся. Нет, вообще. Она просто щекотная? Угу. Это очень щекотно. Страшно, кого-то. Вот так вот. Кого-то. Ой, это прикольно. Кого-то кусают. Ай, кого-то кусают. Щекотно. Ну, не щекотно совсем. Ой, я немного до пластилина дотронулась. Ну ничего. Помоет мама. Это ты помоешь. Последняя. Опробую. А это мам что делает? Ногти? В другую сторону. Ногти? Женщина, мне так неудобно. Господи. Мам. Что это за крикун такой? Кто это за крикун такой? Держи. Пойдешь ко мне на ручки? Мам, ты перевернула камеру? Давай, чтобы было удобнее. Дальше. А через искать камеру. Он типа, сказал, ребята, привет, ребят, меня зовут Арчи, подпишитесь на канал. Подождите, дайте, у меня пыль в глаза летит. Так бери. Кто тебе мешает, а? Кто тебе мешает? А? Кто тебе мешает? Садись, посиди. Кто тебе мешает? Не надо так близко, Настюшка. Вон, снимай ее, что она там пилит. Немного дырочку про... О, господи. Девушка, вам уже ничем не помочь. Извините. Девушка, я ничего не вижу. Что-то падает у нас.
Потому что ты все упал. Тима хороший такой. Никто с тобой не гуляет, да? Никто с тобой не гуляет. О! Сидит плотно. Мам, ты хочешь, чтобы Арчи уснул? Конечно, не все, женщина, покажи. Это только половина. Покажи, помахай зрителям. Девочки, помахай освобождайте зрителям. Мне место, мне тут надо все поубирать за вами. Да? Да? Быстренько все отсюда, быстренько. Давайте сделать ногти. Давайте сделаем, сделать мой ног. Там творить. Дырку сделала. Слушай. Вот, смотри, какая дрень. Все, девушка, вам больше не помочь. Угу. Нет, помочь. Ой. Пластилином. Давай. Залепим. И все будет в порядке. В общем. Давайте, прощайтесь. Женщина, извините, а в другой раз мне надоело делать ногти. Да, все. Тихо, Настюш. Ампутация ногтя. Ампутация? Угу. Да чего вы орете, это ж не больно. Действительно. Все. Ну, вы сейчас приклеим. Все, всем пока, пожалуйста. Говори. Всем пока!